Это у нас кто-то из мандалорцев. Из сериала. По-моему, это кузнец, что ли. Такой прикольный топорик. Второй какой-то элемент. Так, руки разные, левая, правая. Шлем такой. Здесь как раз обезличенный, потому что мандалорец не показывает свое лицо. Точно. Посмотрим, насколько все будет хорошо держаться. Что радует, подиум ровный такой, ничего не поцарапанное. Хорошо, до щелчка прям руки заходят. Надеваем шлем. Здесь внутри такой черный, хотя у него полностью и так черное лицо. Здесь какие-то датчики, мягкие такие элементы, типа шкурка. И как раз элементы все, аксессуары. Выглядит классно.